Привет, друзья! Сегодня покажу трассу. Сегодня денек такой. Вот вы не угадаете, какое сегодня число, если я вам не скажу. Вот погода, смотрите, какая там на улице. Где-то плюс 5 градусов. Здесь ясное солнце. Сегодня 4 января. Да-да, не удивляйтесь, 4 января. Несколько дней назад мы здесь готовили трассу. Это 4-й форт, город Калининград. Здесь в феврале месяце пройдут соревнования, такие любительские соревнования эндуро. Праздник, День пингвина. Пусть это будет такой небольшой рекламный ролик. Я всех приглашаю. Для многих людей это стало уже такой очень душевный, ожидаемый праздник. Зимой у всех мототоксикоз, а тут такие соревнования. Мотоциклы с колясками, квадрики, мотоциклы. Причем можно на любых мотоциклах, на каких хотите, участвовать и получать удовольствие. В этом году трассу решили разнообразить, немножко ее усложнить, то есть будут еще дополнительные подъемы, спуски. Погода, сами видите, какая, поэтому решили подстраховаться. Часть трассы проходит по водному рву, который замерзает, получается такой хороший ледовый участок, но учитывая наши погодные условия, неизвестно, замерзнет ли в этом году, будет ли лед. Поэтому решили немножко тогда, на всякий случай, сделать поинтереснее трассу. То есть вот такие места тут есть. Ямы, подъемы. Я покажу вам, как мы их пилили. Ну, еще раз говорю, гонка эндуро, но она такая любительская. То есть в ней могут участвовать все, кто хочет, как просто желающие мотоциклисты, так и профессиональные спортсмены участвуют, мотокроссмены. Вот, но чем больше препятствий, тем зрелищнее, поэтому старались, делали. В прошлом году вот это был просто прямой участок, то есть по этой дорожке просто можно было спокойно быстро провалить, наверстать время. Есть как бы участки не такие скоростные, но в этом году решили, что все-таки гонка эндуро, поэтому будет чуть-чуть больше препятствий. И по возможности постараются убрать ходовые, быстрые участки, где можно идти на полный газ. В основном это будут все-таки препятствия. Вот здесь мы сделали такой типа трамплин, не трамплин, но подъем хороший. Дальше вот тут пенек какой, плохо спилили. Пенек плохо спилили, блин, торчать будет. Дальше спуск. Еще раз повторю, в прошлом году этого участка не было. Хороший такой спуск вниз. Хороший прохват будет. Вот здесь пройдет. Хорошее, интересное место такое тут. Немецкая крепость. Всякие ходы подземные. Очень интересное место. Здесь интересно просто даже полазить, погулять. Дальше сюда пойдет. Еще раз посмотрите. Пришлось очень много пилить. Ни одну цепь затупили. Здесь попадалась и колючая проволока. И, естественно, очень много кирпичей, потому что пни приходится пилить под корень. Вот, но, в принципе, мы сделали это. И сюда выходит опять. То есть теперь будет не прямой участок, а будет с такими несколькими заворотами с усложнением. То есть трасса удлиняется. Я думаю, от этого она будет только интересней. А так просто народ тут тупо валил. Теперь такого не будет. Я думаю, что будет интересно. Думаю, что и участников будет в этом году, наверное, еще больше.
все-таки те, кто участвовали, тем очень понравилось. И я буду, надеюсь, на питбайке Норд опять пырять. Но посмотрим. Вот сюда сделали еще такой заезд. Тоже, чтобы усложнить немножко. Тут получится съезд, подъем. Ну, в принципе, он не такой сложный. Так, тут мы вчера немножко подкопали. Закопали, сделали трамплинчик небольшой. Вот так вот. Ну, в принципе, вот и все, что я хотел показать. Часть трассы идет по форту. Часть трассы идет вокруг форта, по рву, по наружной части. Тоже там все выпилено. Но она осталась еще с прошлого года. Нормально. Вот, так что там, я думаю, нет смысла показывать. В принципе, форт — это один из самых интересных участков. Ну и остальное потом покажу, когда будем кататься. Ну что ж, на этом наша обзорная экскурсия окончена. Будем ждать февраль месяц. Следите за рекламой. Точная дата я не помню, когда там, то ли 15 февраля. Все, всех жду. Пожалуйста, приезжайте, наслаждайтесь. Будет очень много интересных мест, где можно будет просто постоять, посмотреть, поболеть и помочь. Самое главное, что все-таки мы так с организаторами рассудили, что соревнования эндуро — это такие больше зрелищные массовые мероприятия, где люди могут посмотреть, где много падений, где много всяких препятствий, где можно даже приветствуется помощь зрителей, то есть где-то завалился там на подъеме участник, можно подбежать, помочь, поднять, потому что, конечно, тяжело, препятствия, люди устают, но это интересно, просто интересно для людей, поэтому приезжайте, всем будем рады, и участникам, и зрителям, конечно же. Все, всем пока, приезжайте в гости.